Мы хотим вложить деньги в одну-две квартиры на Кипре. Что вы можете предложить? Хороший вопрос. Прежде всего, предложу работать с профессионалами. Потому что продать вам недвижимость могут кто угодно, но если вы хотите, чтобы это был инвестиционный вариант, то вам нужны именно специалисты по инвестициям. Не просто риэлторы, которые хотят вам продать какой-либо объект недвижимости, а специалисты, которые вам подскажут, какой объект недвижимости будет приносить максимальный доход от его аренды, либо же какой объект недвижимости можно будет выгодно перепродать в каком-то вашем обозримом, интересном для вас будущем. Это раз. Конечно же, у вас возникнет сразу же второй вопрос. Как отличить специалиста от неспециалиста, профессионала от непрофессионала? Тоже простой ответ на этот вопрос. Точно так же, как вы отличаете профессионала от непрофессионала в любой другой области жизнедеятельности. Посмотрите ему в глаза, задайте ему вопросы, спросите, занимался ли он сам инвестированием. Если занимался, и он вам может рассказать какие-то успешные или даже неуспешные иногда истории инвестирования, вы тогда знаете, что перед вами сидит опытный человек, опытная компания. Посмотрите их сертификаты, посмотрите их портфолио клиентов, посмотрите портфолио их объектов, и вы сами, даже не будучи профессионалом в этом деле, вы сами сможете сделать правильные выводы. А также я вам лично от себя предлагаю в любом случае вкладывать деньги, да, вот вы пишете, хотим вложить деньги в одну-две квартиры, покупать такие объекты, которые продаются с опцией гарантированного обратного выкупа с гарантированной прибылью для вас, либо же с гарантированной прибылью от аренды недвижимости. Неважно, хорошо пойдут дела с приобретенными у вас квартирами или не очень хорошо пойдут дела, будут сдаваться в аренду или не будут, вы знаете, что вы всегда можете обратиться к компании-застройщику, и она вам будет платить гарантированную, возьмет у вас квартиру в аренду, будет вам платить гарантированную арендную плату. Либо же всегда старайтесь заложить в договоре о покупке недвижимости, что через год, 2-3 года компания-застройщик обязуется у вас выкупить квартиру обратно, или две квартиры, как вы хотите, с гарантированной прибылью. Возможно, она будет не такая высокая, как вам хотелось бы, но, по крайней мере, логика простая. Если уж компания-застройщик готова вам давать какие-либо гарантии, что вы на этом объекте заработаете, значит, они действительно в этом уверены, и значит, они действительно видят возможность продать ее еще дороже, заработать еще больше на этой квартире.